Война продолжается месяц. Для азербайджанского народа это отечественная война. Освобождаются земли от оккупантов, восстанавливается международное право и историческая справедливость. С этих слов Ильхам Алиев начал свое выступление, принимая в Баку делегацию во главе со специальным представителем президента Исламской республики Иран Сеидом Аббасом Аракчи. Глава азербайджанского государства сообщил об освобождении еще нескольких сел, а также проинформировал иранскую сторону о грубом нарушении со стороны вооруженных сил Армении режима гуманитарного перемирия. Несколько часов назад по Борде было выпущено несколько ракет, в результате чего 21 мирный житель погиб и более 70 мирных жителей были ранены. Число погибших может возрасти. Вчера также Армения нанесла удар по Борде и снова по мирному населению. В результате взрыва погибли 4 человека, в том числе 7-летняя девочка. Армения, которая не может противостоять нам на поле боя, наносит нам удары такими безнравственными шагами, чтобы остановить нас. Но у них это не получится. Иран решительно осуждает атаки на гражданские объекты, заявил в свою очередь заместитель министра иностранных дел и специальный представитель президента Ирана Сеид Аббас Аракчи. По его словам, позиция Ирана крайне ясна. Атаки на невинных людей должны быть немедленно остановлены. Мы рядом с народом и государством Азербайджана. Иран повысит усилия для предотвращения убийства мирных жителей. Иран считает неприемлемым убийство невинных людей и обстрел городов. Желание Азербайджана и Ирана заключается в том, чтобы границы двух стран были границами мира и дружбы. В этой связи спецпредставитель президента Исламской Республики отметил, что Тегеран готов в скором времени приступить к переговорам с Азербайджаном по эксплуатации гидроузла Худаферин. Кроме того, по словам Сеида Аббаса Аракчи, иранские компании проявляют большой интерес к восстановительным работам, которые будут проходить на освобожденных территориях Азербайджана.